Праздник спорта и здоровья был организован городским комитетом по культуре, спорту и молодежной политике. Несмотря на прохладную погоду, помериться своими силами на открытом воздухе пришло много маленьких спортсменов. День начался с соревнования «Веселые старты». Дети с задором и весельем проезжали дистанцию на велосипедах и самокатах. Далее прошла легкоатлетическая эстафета. Юные любители бега разных возрастов соревновались в быстроте и скорости на дистанции 60 и 100 метров. Занятие спортом на сегодняшний день очень важный момент. И рекомендую всем родителям отдавать своих детей в различные спортивные секции. В завершении праздничного дня была проведена дружеская футбольная встреча между юношами 2006-2008 года рождения. На зеленом газоне встретились команды «Сборная спортивная школа» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Директор спортивной школы Валерий Платонов отметил, что все мальчики и девочки с удовольствием и азартом участвовали в спортивных соревнованиях и командных играх. Наш город богат на спортивные таланты. Мы знаем, что и гребцы, и шахматисты, и борцы, и футболисты, боксеры – это все виды спорта, которые представляют наш город на спортивной арене за пределами города и Смоленской области. Интересные и увлекательные эстафеты вызвали массу эмоций у детей. Ребята показали свою силу, ловкость, скорость, а также сплоченность и умение поддержать товарища. Решил принять участие в этой эстафете по просьбе моего учителя физкультуры. Я человек спортивный, мне нравится бегать. Мне нравится очень футбол, и я играю на позиции нападающего. И в каждом матче практически забиваю. Все участники соревнований получили сладкие призы, победители и призеры – грамоты. Организаторы спартакиады выразили благодарность школьным педагогам по физической культуре за подготовку юных спортсменов и помощь в проведении мероприятия. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.